Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я вам расскажу, как добиться обильного цветения и отличного плодоношения многих ягодных культур без покупных удобрений, с помощью отходов от переработки яблок, крыжовника, смородины. Подойдут качанчики, жмых из-под перетертых фруктов и ягод. На видео голубика, очень полезная ягода, но не у всех ее получается вырастить, а дело все в том, что она растет только в кислой почве. И поэтому нам на помощь приходят отходы, в которых очень много кислоты. Во второй траншее у меня молоденькие кустики, высаженные в этом году. Их мы и будем удобрять для отличного урожая на следующий год. Делаем небольшое углубление вокруг растения и кладем те отходы, которые есть по сезону. Кто не знает, голубика растет в хвойных иголках, опилках и кислом торфе. Сверху присыпаем корой, желательно сосновой. После такого удобрения урожай нам на следующий год обеспечен. Пару таких подкормок за сезон, и ягода обязательно вас отблагодарит. И еще один способ подкормки. Он отлично подходит для гортензий. Берем жмых, 1 стакан, у меня из-под перетертого крыжовника, и разводим в 10 литрах воды. Берем лейку и идем поливать наши гортензии. Также очень хорошо на такую подкормку отзывается малина. Красивое цветение вам обеспечено. Всем желаю удачных подкормок. С вами была Удачная Золушка.